Пашан. Там зовет в кафе, в этом у меня специальная карточка, потому как кофе там бесплатный для нас. Ну там родился нужный сказочный, бесплатно кофе повесить. Я, значит, попью кофе со сливками и иду гулять по Пашану, хожу. Журнал там смотрю всякие, очень люблю, тысячи советов всяких. Все для женщин, вот такие вот журналы, куплю себе и хожу дальше, хожу. Там посмотрю игрушки. Потом что-нибудь такое для внуков, что-нибудь трусики, там носочки для внуков куплю, вот, потом буду фото покупать. Да, очень-очень люблю молочное, хожу, там кефирчик, вот такой вот очень люблю. Нет, только в Ашан, только туда. Потому как в другой магазин придешь, ну это, возраст уже такой, ведь хочется по-маленькому, а некуда. А туда прямо цель сразу, вот все, пойдешь и цель туда прямо. Нет, я люблю только Ашан, только Ашан, да и все.